Мы одно государство. Россия наша родина. Другой у нас нет и не будет. Оценку даю в первую очередь, сколько поскольку он представляет регион Республики Дагестан, сколько поскольку он россиянин. И приношу извинения перед людьми, которые ехали на этом автобусе. Уже мы находимся перед совершившимся фактом, насколько это возможно. Ну, правоохранительный блок этому делу оценку они дадут. Надеюсь, что оценка будет объективной. Морально нравственном, духовном направлении мы эту работу тоже в районе проводим. Беседу с родителями, с подрастающим поколением тоже мы эту работу проводим. Потому что у нас есть такое понятие старшие, младшие, как вести, где женщина, как вести себя. Ругаться или где-то, если даже провоцируют определенные люди, есть такие провокаторы, начинают национальные затраты, начинают какие-то другие критерии затраты. На это тоже не реагировать, вести себя достойно, порядочно. Как вы подчеркнули еще раз, мы все российские граждане, все мы в одном прекрасном государстве мы живем, должны ценить государственность и уважение друг к другу относиться. Прошу прощения за своего сына, перед всей страной, перед всеми россиянами. Простите, пожалуйста. Как мать люблю, конечно, своего сына и осуждаю в тот же момент. Не имел права народ оскорблять никакой. И не унижать никого, ни женщину, ни мужчину, ни стариков, никого не имеет права. Если он считает мусульманином, нельзя оскорблять никого. И я против, как отец его действий. Я извиняюсь за своего сына.